Преподобный Григорий жил в XI веке и был пострижеником Киево-Печерской лавры при преподобном Феодосии. Научен он был святыми отцами нестяжательности, чистоте духовной, смирению, послушанию и прочим добродетелям. Имел святой способность к такой молитве, которой, ох, как боялись бесы. Отовсюду изгоняемый преподобным, дьявол стал злоумышлять против него, желая положить преграду его иноческим подвигам. Послал дьявол к святому Григорию злых людей, которые замыслили ограбить подвижника. Но из всех ценностей у блаженного имелись лишь книги, единственное его достояние, по коим он читал молитвы и песнопения. А преподобный уж заранее знал об их приходе и поджидал. Встретившись же с ними, сумел так вразумить оступившихся, что они раскаялись и с тех пор стали вести честную жизнь. Не раз еще встречался святой Григорий с падшими людьми, позарившимися на имущество монастырское по дьявольским наваждениям. И каждый раз преподобный являл им такие чудеса прозорливости, что грабители под наставлениями святого вставали на путь исправления. Однажды отправился подвижник к Днепру за водой. Да по пути повстречал отроков, отправлявшегося в поход князя Ростислава. Юноши повели себя непочтительным образом, стали насмехаться над старцем и досаждать ему неприличными речами. Святой же, провидя своим пророческим духом, что им угрожает смерть, сказал: «Дети, вам надлежало бы сокрушаться и просить у всех молитв, ибо над вами уже решен суд Божий. Вы все вместе с вашим князем найдете смерть в воде». Узнав о пророчестве, да приняв его лишь как пустую угрозу, князь Ростислав приказал связать старца по рукам и ногам и самого его утопить в Днепре с камнем на шее. Так святой воспринял мученическую кончину. Однако предсказание его сбылось. Ростислав не вернулся с похода, ибо уже в этом же 1093 году князь утонул, спасаясь бегством от половцев. Января 21. День памяти преподобного Григория Печерского, чудотворца.